Что мы делаем? Мы дышим и двигаемся одновременно. Каждое движение сопровождается дыханием, вдохом или выдохом. Перейдем к упражнениям. Подходим к переднему краю коврика. Становимся на переднюю часть стоп, вытягиваемся. Крестец подаем вперед, подтягиваем мышцы дна таза, мулабандху. Поднимаем ребра вверх. Ладони перед собой соединяем намасте. Это один из вариантов. Полный комплекс на правую, на левую ногу. Вдох. Легкий наклон, вытяжение назад до прогиба. Выдох, наклон вперед, сгибаем ноги в коленях. Левая нога, шаг назад, поднимаемся, вдох. Опускаем руки, выдох, вытягиваемся, ноги присогнуты, живот тянем к бедрам, длинная спина, длинный позвоночник. Вдох, поднимаемся, высокий упор, колени, грудина на коврик, локти к себе, выдох, выдыхаем. Выталкиваемся ребрами вперед, колени остаются на полу, локти к себе, поднимаемся, вдох. Мягко поднимаем таз, подходим руками поближе, снова живот к бедрам, выдох. Правая нога, шаг вперед, поднимаемся, вдох, широкий шаг. Опускаем руки на коврик, левую ногу подтягиваем, стопы вместе, выдыхаем. Поднимаемся, вдох. Подтягиваем мышцы дна таза, ребра вверх. Выдох, наклон вперед. На левую ногу, правая нога, шаг назад. Поднимаемся, вдох. Опускаем руки на коврик, левую ногу убираем назад. Вытягиваемся, выдох. Подходим вперед, высокий упор, вдох. Колени, грудина на коврик, локти к себе, выдыхаем. Опускаем таз, ребра вверх, выталкиваемся, вдох. Поднимаем таз, вытягиваемся в наклон, живот к бедрам, выдох. Левая нога, шаг вперед, поднимаемся, вдох. Опускаем руки на коврик, подтягиваем правую ногу, вытекаем в наклон, выдох. Поднимаемся, вдох. Подтягиваем мышцы дна таза, ребра вверх и вытягиваемся в наклон назад, мягкий прогиб. С выдохом возвращаемся. Если мы хотим продолжать дальше, это один полный цикл. Если мы хотим сделать больше циклов, мы после вытяжения сразу же переходим в наклон. Левая нога, шаг назад, руки вверх и продолжаем комплекс.